Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дейчима. Куда-то убежал только что. Погоди. Это вот какой-то паркур. И сегодня мы будем дюбать? Нет, мы сегодня... Я сегодня немножко заболел, и мы сегодня будем, короче, чистить регионы. Мы сегодня с тобой... О! Приват-патруль! Да, наконец-то. Мы давно не снимали приват-патруль, поэтому будем приватить и патрулировать. Ну нет. В общем, для тех, кто не в курсе, у нас уже есть 2 или 3 серии приват-патруля. Мы просто будем ходить по разным регионам и смотреть, как давно люди были на сервере. То есть вот мы смотрим, хоп, и видим, что в этом регионе человечек был 2 дня назад. Следовательно, мы этот регион не трогаем. Вот. А если человека не было больше... Больше скольких? 4 дня. А нет, 2 часа еще. 2 часа, Дедаст. Дедаст спас этот регион. То есть, если в регионе все участники региона не были 2 месяца, 2 месяца, да, Дэч? Да, мы вообще месяц или 2, по-моему. Ну, давай посмотрим, если мы не будем находить никакие приваты. Ну, короче, мы будем удалять приваты, либо расприватывать их, и вы можете смотреть вверху координаты и видеть... Еще можно букву С русскую нажать, и будут выделяться приваты вот такой вот желтой мочой. Точнее, смотрите. У меня розовенькая. Я сейчас объясню, как надо сделать. Нажимаете кнопку Tab и нажимаете кнопку C. И можно выделять синий, красный, зеленый, прозрачность, вот так вот. Выбирайте свой цвет, какой хотите. И плотность можно привата. Но я выберу, наверное, какие-нибудь... О, пусть у меня будут фиолетовые. По соседству приват Паша Морозова. Я вот сижу и думаю, что-то мне Морозов знакомо. Так, ну Морозов как бы распространенная русская фамилия, если что. Давай посмотрим, как давно он был. 4 дня парень был назад. Значит, все нормально, парень еще играет. У него тут какие-то... Знаешь, ау! Мы не успели, тут уже расприватили. В смысле? Вот за 3 дом. Ай. А, короче, если вам нужен каркас дома, бесплатно, продаем с Дэчима. Да, просто заходите, быстро бежите на эти координаты, приватите. Отличный дом, с подвалом даже, смотрите. Вот у вас подвал будет тут. Там какие-нибудь шахты, наверное, где-то есть. Сундук. Короче, Дэч, красавчик, нашел пустой регион. Пусть люди забирают. Поехали, наверное, поближе к спавну. Все-таки новички, наверное, на спавне приватили, когда мы только открыли сервер. А сейчас да. Мы расприватим. Поехали. Поехали. Хотя у меня есть подозрение, что рядом со спавном... Ну, какой-то приват, смотри, тут в спавне башня какая-то. Это что, тюрьма? А, это тюрьма у тебя тут. Видимо, где-то вверху. Туда заключенных Дэчима сажают, и они там выживают. На каком-то этаже. Дэч, вот я думаю, что тут не будет никаких приватов рядом, потому что тут, во-первых, приват спавна, во-вторых, тут вода. Типа... Ну, сейчас посмотрим. Я вон вижу, как... Кто будет приватить воду? Ну, ты бы приватил воду? Ну вот, за приватить. Вот, 18 воду. Дней. Давай поищем. Вот, смотри, какая-то постройка. 2 часа назад парень был. Ну, неплохо. О, смотри, классный приват. Очень полезный. Тут живет на подрубе. Знаешь такого? Знаю. 2 месяца, 1 день назад был. Ну все, предлагаю удаляем. Удалить. Да, предлагаю удалить. Выделяем приват. Или знаешь, что лучше? Давай просто его расприватим. Что у него есть там что-то? Сундуки? А, у него ничего нет. Короче, ты удаляешь приват и все. Сундук и оставляем. Вот Долька, смотрите, не заходит на сервер вообще. А я нашел его приват. Так, давай вот еще приват какой-то. Хоп, 1 месяц 27 дней. Ну, 1 месяц давай, и 27 дней тоже. Я ради интереса сейчас зайду и посмотрю точно, через сколько времени мы можем удалять приват. Так, стоп, я нашел регион. Чего? Тудэч РГ инфо. Нет. А, это рядом мне показывает, что дорога твоя, а этот парень 4 дня назад заходил. Я понял, там рядом регионы тоже чекаются. Чё ты хочешь посмотреть, Дэч? Хочу посмотреть, сколько точно месяцев у нас там. Например, а, вайпа не было? Ну, я думаю, вайп... Вайпа я не помню. Да, приваты игрока, которые отсутствовали в течение 2 месяца, могут быть удалены по осмотрению администрации. А ты посчитай, уже с вайпа прошло... О, нашел! Нашел, быстрее! Вайпа уже больше, чем 2. Иди быстрее, нашел 2 месяца 3 дня назад. Ура! Ура! Проверяй. 2 месяца, 2 месяца, ну да. Все. АПТ.
Все, просто расприватчиваем, короче, и все. И вы можете прибежать сюда и загриферить его. То есть это уже даже не будет считаться грифом. Вы просто забегаете и забираете все ресурсы, которые тут лежат. Халява. Да, халява. Все. Все, закрываем дверь, уходим. Вот так вот. Для тех, кто не в курсе, мы играем на сервере borealis.su, сервер Hightech. Hightech 1.7.10. На сервере borealis.su Hightech. Длинное название проекта. Borealis.su Hightech. Borealis.su Hightech. Так, смотри, еще нашел регион. Смотрим. 18 часов. А, ну там даже один в регионе. У них просто, походу, тут, знаешь, шахта. Добыча. Еще АФК-машина такая. Покатаемся. Поехали дальше. Нет времени объяснять, нужно кататься. Ну, круто. На рандоме очень сложно найти. На самом деле можно попросить нашего любимого, чтобы сделал нам команду и нам выводило людей, которые типа регионы. Список регионов? Да, список регионов. Вот смотри, 1 месяц, 23 дня. Парень, если ты смотришь это видео, твой дом через 7 дней расприватят. 7 дней. Да. Осталось 7 дней. Вот еще какой-то приват. О, классный дом. Пожалуй, тут кто-то... О, блин, тут живет человек. 3 дня назад был. А ну, посетим его дом. Посмотрим. Ну, он только начал, походу, его строить. Смотри. Мебели нет, ничего нет. С куча сундуков. Зато есть лестница. Смотри, саженцы хранит. Короче, нет, у него скала нет. Тут. О, а там с той стороны очень много. О, как громко было. Минус уши сразу. Быстрее уходим. Это ты, что ли? Какой-то звук был, драконик брони, РТП. Все, я улетел на РТП. Посмотрю, тут регионы рядом. Нет тут регионов. Тогда летим спавн. Можно еще, знаешь, как-нибудь кому-нибудь тпшимся? Ой, я к тебе тэпнулся. И смотрим, да, рядом вот с ним. Да, вот этот человек находится. Нет, ну рядом с ним-то есть вот регион, смотри, какой-то дом. И смотрим, 2 дня, вот дом какой-то, 1 день. Нет, тут походу тимка какая-то высадилась, знаешь, и... О, я нашел! Нашел, тпдчимо, быстрее. Ау! Почему тут так темно? Мне тошнит. Хил. Все, там паук какой-то мощный. Что это? Desert Spawn. Desert Spider, точнее. Spawn. Ага, не можешь достать. Так, что тут у нас? 2 месяца, 3 дня. Ну что, дарим? Давай просто не будем удалять, как мы тогда удаляли, а просто расприватчиваем, и люди пусть гриферят это. Давай, типа, так честно. Честно, все, не заходил, твои ресурсы, ну, забрали. Там у нас есть правила. 2 месяца не заходишь, администрация сами решает, что с этими ресурсами делать. Вон твой кукумбер подарим вот кому-нибудь. О, тут куча книжек, капсул. Что, напротив где-то? Ко мне. 1 месяц, 20 часов ТПД чема. Так, что тут? Ты только что его сам, наверное, сделал. Конечно, сам позахожу, добавляю игрока, который мир нет. Один раз зашел. Ну, расприватчивай тогда вот этот дом, да, называется регион дом. И вот, да, регион дом. Угу. И вот Лирол тоже. Лирол. Ну тут мало, тут только гивейку можно украсть и кучу разных баклажанов, промышленная конопля, кукуруза, ну такое все себе. Ну. Так, 1 месяц, 11 дней. Удалил. Куча пчел у него тут стоит, ну ладно, пусть еще стоит. Пусть живет, да. Что-то у нас очень много воды, ты заметил это? Надо в следующий раз... Получилось. Надо будет в следующий раз, да, подбирать, чтобы воды было меньше. Так, тут у нас 13 дней кого-то не было. Нормально. 2 месяца, 7 дней. Где? Да как ты находишь их? ТПД, чем? Ты что тут? Что тут? 2 месяца, 7 дней. Давай, расприватчивай. Не так и много у него всего. Вы, главное, запоминайте координаты, вы можете все это залутать, это ничейное. Теперь бесплатно и можно забирать. Человек букву хочет купить. Куплю букву. Буква А. Да, выпала А. Кстати, те, кто не знают, эти буквы можно выбивать из монстриков и потом менять на классные, красивые вещи. Так что будьте в курсе событий. Так, 1 месяц, 17 дней. Я хочу какой-нибудь классный дом найти и подарить людям. О, да еще, ТП на меня. 2 месяца, 7 дней.
Ну тут опять хлам. Такой хлам и какая-то шахта. Шахта в подарок, короче. Все, расприватчивай. Сейчас я еще... I am run. И курочка еще в подарок. Давай я ее загоню внутрь. Заходи. О, не получится. Ну, она тут есть, еще рядом будет. Рун. Есть, удалили. Угу. Вон, смотри, каркас еще какой-то. Это что тут? Оп, 18 дней. Не, парень еще строит. Вот тут побольше регионов уже. Один месяц, 19. Не-не, там еще нормально. Тоже нормально. Ну, тут побольше дома уже пошли. Заселенные участки. Один месяц. Я думаю, стоит зайти вам обновить свои таймеры, а то мы вдруг так прилетим на другом сервере, на Магике, например, или еще где-нибудь, и заберем ваш дом. О, классный приват, значит, заселяйся со мной. Заселяйся со мной, будешь играть со мной? Я тут заприватил. Ай-ай-ай, называется регион. У нас тут места хватит, я сейчас кровать достану, сундук достану и будем тут играть с тобой. Печку. Один месяц, 19 дней. Смотри, сундук ставим. Печку, верстак, все, поставил. Кровать готов. Тут еще влезет. Кровать влезет, да, подожди, надо не начать. Экономишь кровать. Вообще место. Да тут подожди. Еще солнечные панели обязательно поставь. Так, кровать есть, все отлично. Тут там... солнечные панели. Не-не, давай компактно будем. Все. Готово. Мы выживаем с Дэчима в двух блоках. Наше супер развитие в двух блоках. Тут в четырех. Ну ладно, четырех. Знаешь, такой доверху. Один блок. Выживаю с Дэчима в одном блоке. Новый летсплей. Ладно, оставим ему подарочки, и он все равно. Ставьте лайк. Да ты с прошлым обманул людей. Сказал, что будем на хайтече записывать, а сам не приходишь. Мы сейчас же на хайтече. Ну, мы не летсплей записываем, я нашел регион. 2 месяца, 7 дней. Смотри. Мы проектируем этот сценарий. Куча-куча разных механизмов. Подожди, так, у меня подозрение. Два месяца. Ну, это тоже можно удалить. Тут 2 региона, они рядом стоят. У них даже печка есть. Походу, есть и подвал еще, у меня такое подозрение. Либо они выкопали под печку чисто такое, ну, помещение. 1, 2, 3, 4, 1, 4. Удалили. Мне очень интересно, почему печка вырыта внутрь так. Там есть что-то или нет? Ну, теперь тут уже привата нет, поэтому мы можем проверить. Не знаю, но печка классно, в земле такая яма вырыта. Пацаны красавчики, молодцы ребята. Заходите, забирайте, короче, ресурсы. Нас обманули, короче. Да. О, еще куча гивей. Куча гивей 6 дней. Ну, тут всякие фермы какие-то. Чё, я думаю, нормально, мы чуть-чуть порасприватили, люди, наверное, оповещены, что пора заходить. А, и... О, кстати, что там? Я сейчас хочу проверить. Да чё? 2 месяца, 11 дней, ладно. 11 дней, парень спас этот суперрегион, но... Ух, но смотри, вот сколько всего, у меня даже немножко, да, у меня даже немножко фризит. У них тут... Просто у тебя комп слабый, согласен. Да, конечно, комп слабый. Давай кучу механизмов настроим в один чанг. И еще... Да, ты вниз спустись. Посмотри. Подумаешь. Да, конечно. Плавненько переращиваем. Давайте смотреть чужие МЕ-сети. Ты что, комп слабый, да. Подожди, выйди наверх. Посмотри, давайте... сколько тут уликов у него, Дэйч. Иди в подвал. Так сказать... Подожди, иди наверх. Тут, короче, секретная информация. Мы можем переделать этот летсплей в летсплей с названием «Смотрим ваши сундуки». Иди сюда. Куда? ТП Дэйчма. Что? Посмотри, ну... в эту МЕ-сеть и успокойся. Как я могу смотреть в МЕ-сеть? О, классно, смотрю в МЕ-сеть. Миллион булыги. 77 тысяч железа. Ну, а кто-то бы обрадовался, если бы мы это расприватили, да? Мне кажется, много бы кто обрадовался. Да, сразу забрать этот регион и поселиться в нем жить. Ладно, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать приват-патруль. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, будем приватить патрули. Приватить патрули.
Что это? А, ну это для открывания коробок у них есть такая, знаешь. А тут, наверное, они делают кучу говняшек. Делают говняшки, собирают их в коробочки, и потом коробочку отправляют открываться. Классная мини-ферма. Может, с тобой гайды начнем писать, как фармить то или иное? Как фермить ресурсы? Ну, это... Если люди поставят лайки, тогда мы можем попробовать. Какие-нибудь все банальные? Можно сначала какие-нибудь банальные показывать ферма, а потом что-нибудь интересное. Как ферма добывать. Железа, например. Да, я знаю ферму железа. Я могу ее построить. Можно вот тут вот человека научить, например, одну ноду ставить. Вместо 1000 слов. Ну это ты злой такой, шутку сказал. Что он там делает? А, он, наверное, делал воду, а вот воды больше не ха. Вот такие пироги. Все, заканчиваю. Второй раз. Спасибо уже за просмотр. С вами был Бартоломео Дэчимо. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите к нам в Дискорд, там видео появляется раньше всего. Я нашел реактор. Да там пчел и улей много, я смотрел у них уже. А, большой реактор нашел. Я ж тут был уже. И огород. Все, я поселился в арбузах. Слишком мало арбузов, надо больше плантаций. Зачем? Просто зачем их столько? Ну, видимо, они делают масло. С такого количества арбузов? Ну, вон они, смотри, на иммерсии вкидают его. Тут получают растительное масло. Растительное масло идет сюда, получается биодизель. Биодизель идет вот сюда. Нет? Как зайти в эту машину? Ладно, дизельный генератор. И получают энергию. Энергия идет сюда. Сюда. И уходит, короче, в куб. А из куба уже, ну, питает всякие карьеры, которые стоят у них по карте. Вот и все. Изи-бризи. На арбузная ферма.